Виталий Кубин. Я еще не видел, чтобы люди подходили и запрещали. Я просто, я же одна стою, я же не могу. Ну хорошо, вот сейчас. У нас объявление есть везде, что мы не курим. А где, где? Все есть везде объявление, мы без коньяка. Ну хорошо, подойдите, скажите. Сейчас вот это... Киношники все курят, то что говорить о зрителях, если в общем, они да. Пример подают же зрителям. Я вас очень даже понимаю. Все правильно вы говорите, я согласен. Да, это действительно, все правильно. Но это инерция. Инерция, мощная инерция. Надо инерцию.